президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил концентрацию вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в зоне Карабахского конфликта и назвал это подготовкой к войне со стороны Еревана. Армения проводит незаконное заселение в Нагорном Карабахе. Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции. Это преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это провокация. Нас втягивают в провокацию, сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам. Президент Азербайджана также обвинил Ереван в провокации столкновений на границе двух стран в июле этого года. Это вооруженная провокация, и ни для кого не секрет, что ее начало Армения. У нас нет никаких военных целей на территории Армении. При желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьезная провокация. Если будет совершена, то никаких ограничений для нас не будет. Пусть каждый знает это. Никаких ограничений, сказал Ильхам Алиев. Глава Азербайджана также напомнил, что он пытался наладить отношения с правительством Никола Пашиняна. Как вам известно, два года назад, когда в Армении произошел государственный переворот, Азербайджан остался нейтральным к этому. То есть мы не думали воспользоваться ситуацией для того, чтобы чего-то добиться. Мы считали, что это было неизбежно, потому что прежняя власть Армении вызывала у армянского народа только чувство ненависти. Этот военно-криминальный режим фактически вверг Армению в совершенно ужасное положение. Между Баку и Ереваном 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Началась война. В 1994 стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются. В июле 2020 года произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе в 300 километрах от Карабаха. Общие потери составили 18 человек. Алиев также заявил, что негативно расценивает переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией вокруг Карабаха. По словам главы республики, этот процесс фактически не ведется. Он добавил, что фактически Армения сорвала переговорный процесс. В МИД Армении отметили, что подобные заявления не делают чести азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила разочарование в связи с заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, касающимися процесса карабахского урегулирования. В МИД Армении отметили, что подобные заявления не делают чести азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила разочарование в связи с заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, касающимися процесса карабахского урегулирования. Заявление президента Азербайджана на церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Абширон вызывают глубокое разочарование. Они демонстрируют неспособность лидера соседней страны здраво и без болезненных эмоций воспринимать создавшуюся ситуацию и свою собственную роль в формировании данной реальности, говорится в заявлении пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте МИД. По ее словам, подобная риторика, в которой присутствуют очевидно необоснованные и даже ложные утверждения, не делает чести лидеру какой-либо страны. Мы осознаем ущерб мирному процессу, нанесенный Азербайджаном в результате агрессии в апреле 2016 года и военной эскалации в июле 2020 года. Для того, чтобы этот урон не стал необратимым, руководство Азербайджана должно пересмотреть свою политику применения силы и угрозы силой, отказаться от попыток дестабилизации регионального мира и безопасности на Южном Кавказе, посредством привлечения внерегиональных сил и подготовиться к мирному урегулированию конфликта, заявила Нагдалян. Она отметила, что Армения уверена в своей способности защитить право народа Арцаха на самоопределение и право жить на исторической родине. Именно с этой уверенностью вновь подчеркиваем, что нет альтернативы мирному урегулированию конфликта, отметила пресс-секретарь.